У нас установлен действенный механизм контроля за деятельностью исправительных учреждений и их открытостью к взаимодействию с институтами гражданского общества, в том числе с международными неправительственными организациями. В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством за деятельностью исправительных учреждений осуществляется государственный контроль со стороны уполномоченных органов, судебный контроль, а также общественный контроль. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы представители общественных объединений не могут участвовать в составе общественных наблюдательных комиссий, создаваемых на республиканском и территориальном уровнях. В рамках осуществления своих полномочий общественного контроля члены наблюдательных комиссий могут посещать исправительные учреждения, беседовать с осужденными, а также изучать отдельные документы по исполнению наказания. Посещение исправительных учреждений может быть разрешено и представителям общественных и религиозных организаций, не входящих в состав наблюдательных комиссий. Общественное воздействие является одним из основных средств исправления осужденных, а представители общественных организаций могут выступать в роли субъекта воспитательной работы с осужденными.